Я Пацанко Алексей Викторович, являюсь инспектором оперативной службы Илья Латавского ГНПП Государственного национального природного парка. 30 мая 2020 года, то есть сегодня, в соцсетях было опубликовано видео с участием сотрудников полиции возле автомашины Toyota Land Cruiser на территории Кокджилял с комментариями, что сотрудники полиции устроили отдых на природе. Данный факт я опровергаю тем, что совместно с сотрудниками ДЧС и природоохранной полиции проводили рейдовые мероприятия на территории Лелатавского ГНПП. Так как дорога в парк труднодоступна, мы поднялись на моей автомашине Toyota Land Cruiser, а патрульную машину Kia Cerato мы оставили на КПП. Доехав до урочища Кокджиля, мы увидели скопление людей около 100 человек. С некоторыми провели разъяснительную работу профилактического характера о недопущении разжигания костров и сбора лекарственных трав и уборки за собой мусора.